Производство Black Light Productions. Доброе утро, дамы и господа! Мы в прямом эфире на финальном раунде самого масштабного турнира Xbox Live. Фил, день 13. Герои сегодняшнего дня – наши настоящие чемпионы, которые проделали невероятно тяжелый путь, чтобы попасть в финал. Слева у нас Чад Волдорф, предводитель пресловутого клана Мачо, моих любимчиков. На протяжении последних пару дней они показали невероятную доблесть в каждом матче, даже не потеряли ни одного игрока. А справа у нас Филипп Джонсон, предводитель клана… Бла-бла-бла, не все ли равно? Они просто ничтожество. Они не выиграют. Так зачем тратить на них драгоценное время в эфире, когда перед вами стоит идеальный качкозавр Рекс? Это не лишено смысла. Двигаемся дальше. Ладно, господа, от вас обоих мне нужна хорошая чистая игра. Пожмите друг другу руки. Как? Точно. Ну просто кивните друг другу. Эй, вы это видели? Он не кивнул, он помотал головой. Чувак, всем пофиг, давай просто играть. Правила просты. Пришли две команды, уйдет одна. Время не ограничено. И когда начинается... Сейчас! Какого хуя? Господа, тактика стальные попки. О, действительно, попки в ряд. Аэробное нападение клана Мачо – это грозный враг. Ладно, парни, мы можем выиграть. Джаспер, есть чё? Как насчёт... Элегантной трели! Отлично! Если я что и умею, так это стрелять из оружия, которым вообще не надо уметь пользоваться. Турель? Неважно. Господа, тактика платина бицепсов. О нет, единственная брешь. Плазменные гранаты. Джаспер, сделай меня невидимым. Ладно. Меня видно, а теперь нет. О, классно. Выходи и покажись, маленький трусливый плакса. Ладно, Джаспер, как насчет танка? Думал, ты никогда не попросишь. Один танк уже? Да а уж это нехорошо. О-оу, Фил в беде. Вся его команда вылетела. Исход матча теперь в его руках. Я говорил себе, Фил, тебе меня не одолеть. Мой клан непобедим. Мои люди знают каждый ход и заметят любую твою жалкую атаку в их сторону. Да, Фил, да! Ты сможешь! Я верю в тебя. Не могу поверить. При неожиданном повороте событий Фил смог получить двойное убийство и тем самым вынес половину клана Мачо. Возможно, у него все-таки есть шанс. К слову, где четвертый игрок клана Мачо? Он еще не участвовал в бою. Это потому, что она сейчас позади Фила со снайперской винтовкой. Чего? Секундочку, Лили? Фил, это ты? Охренеть, ты в клане Мачо? О, не напоминай. Она при любом раскладе была бы в этом клане, поскольку это было предсмертным желанием нашей матери. Погодите, вы, ребята, родственники? Да, мы двойняшки, и да, это отстойно. Больше, чем ты думаешь. О, прошу. Она мечтает быть крутой, как я. Что? Кого ты обманываешь? Мы оба знаем, что ты до сих пор спишь с этим тупым медведем. Не смей вмешивать в этот Эддерса. Эддерс? Ну и малыш. Начат, похоже, у меня есть для тебя запасная соска. Погоди, какого у тебя делает запасная соска? Я этого не говорил. Нет, сказал. О, смените сцену. Слушай, я просто охрененный. Тебе придется с этим смириться. Чет, ты такой мудак. Ну что ж, ладно. Мудак, сделал бы так. Я не верю своим глазам. Чат предал своего члена команды, а это значит, в бою остается по одному представителю от каждого клана. Битва точно будет эпического размаха. Это требует убойной дуэльной музыки. Послушай меня, Чат. Тебе кранты. Ха, ты не знаешь, с кем связался, не так ли? Это я, Чат, секс-машина Волдорф. И я натягиваю всех в холо.
Забудь о ней. Давай, Джаспер, помоги же ему. Не могу, я могу взламывать игру только когда я сам в ней. Отсюда я бесполезен. Должно быть что-то, что ты можешь. Что угодно. Ну, есть одна уязвимость, но ее никто и никогда еще не испытывал. Последствия могут быть непредсказуемыми. Взламывай, мне плевать. Я не могу потерять свою подписку после того, как проделал такой путь. Мы проделали. Пофиг, Джаспер, давай. Ну, ладно. Понеслась. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Ярослав Шалашов, Максим Кулаков, Александр Седых, Максим Солодилов, Глеб Мещеряков, Александра Кост, Кирилл Орешкин. Специально для Stop Game.ru.